Всем привет! Приветствую на своем игровом канале. Игра Евротрак Симулятор 2, версия игры 1.49. Обзор модового грузовика Mercedes-Benz MP4 Actros. Это у нас моделька эвакуатор, грузовичок. Когда скачиваете мод, там будет два файлика на грузовик и на грузы. Это обязательно ставьте грузы тоже, два файлика. Без них он работать не будет. Но эти грузы очень трудно найти. Я вам как все это покажу. Давайте мы посмотрим его. По кабинам здесь две такие кабинки типа красочки. Возьмем первенькую. По шасси 6,8 на 4. Двигатели все мерседесовские. ОМ 449 лошадиных сил до 625. Коробочка Power Shift. 6 передач, 16, 12, ротардер имеет, 12 ротардер поставим. Все по салону, салон мерседесовский, обычный, 4 их тут, стандартовский, праворукий, эксклюзив праворукий, ну, возьмем эксклюзив. По покрасочке, здесь одна у нас покрасочка, тюнинг здесь небольшой. Зеркала, пластик, краска, хром, красочку поставим. Колеса и диски, это все его основное, оставляем. Тут у нас кенгурятник. Защита бампера. Стандартные таблички. Флаги, ну все как обычно. Переходим в салон. Навигатор поставим. Висячие предметы. Так, все. Я уже купил. Сейчас мы это себя покажу. Путь. Вот заехал здесь на грузы, где зарабатывали деньги, используя собственный прицеп, этого всего нету. Грузов нету. Сейчас покажу, как это найти. Заходим в общие грузы, заходим. Здесь зарабатывать деньги для вашей компании, собственный грузовик. Вот сюда нажимаем. Здесь эти грузы мы находим. Просто приходится, ну, ехать придется далеко или перемещаться. Здесь они должны быть. Были же я смотрел. Еще раз перезайдем грузы. Должны же быть, я же проверял. Так, а куда грузы заделись? Они же были. Странно.
Куда-то пропали, что ли? Внешне. Интересно, были же грузы, ребята, куда они делись-то? Что, купить, что ли, что? Да, были же грузы, куда они делись-то? Выходить с игры опять по-новому заходить, что? Давайте переместимся куда-нибудь. Что-нибудь произойдет. Вот я до этого проверял мод. Грузы же были. Грузы. Вот тупит. А, вот, нашел. Все есть. Вот. Выбрать как место назначения. Но нам далеко придется. Где? Придется ехать за ним туда, перелетать.
Где-то у Лондона. Сюда вот. Пришлось так долго поискать из этого видео. Но если можно перемотать. Просто охота посмотреть, как это все выглядит. Вон он стоит, разбитая скамья. Вот она. Я тут заработал. Так что, ребята, в общие грузы заходим. Вот так вот находим. Но до этого не быстро появились, а тут что-то. До этого долго пришлось. Подцепились и покатили нашу скамью. Да, вон она разбита, смотрите, как прикольно. Вот камера колесован. Правую бочину его врезался, видно. Колесо повреждено. Так что, ребята, все работает. Просто надо немножко терпения и разобраться.
дальше не поедем. Вот такой вот, ребята, был обзорчик на эвакуаторчик. Ну, прикольно, в принципе. Таня такая разбита. Так, всем спасибо за просмотр. Главное, не забудьте, что заходим сюда в общие грузы. И вот здесь ищем их. Просто что нам придется далеко ехать или перемещаться. Вот. И здесь они должны быть. Только что долго искать. Я тут долго, по-моему, думал, их и не будет. Оказывается, они есть. Сейчас еще даже посмотрим. Как будто они куда-то пропадают. Интересно, один груз появился, как будто они пропали куда-то. Так, это тут бесконечно можно их искать.